Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами снова отправимся в FixPrice, поищем новиночки. Кое-что интересное я там нашла и спешу с вами поделиться. Когда заходишь в наш магазин по улице Восстания, то всегда сразу попадаешь в отдел канцелярии. Тут я нашла новый набор цветных гелевых ручек с глиттером, в каждой упаковке по 6 штук. Медовая акварель, состоит она из 10 цветов без кисточки, стоит 77 рублей. Интересный набор мини-карандашей с ластиком. Каждый карандаш оформлен в виде таблетки. С одной стороны снимается крышечка, и там мы увидим маленький карандаш, а с другой стороны находится ластик. Привлекательные наборы ластиков издалека не очень похожи на кусочки сахара рафинад. Написано, что улучшенная формула, стирают без следов, но не знаю, если вдруг кто-то покупал, пишите свои отзывы в комментариях. Наборы гелей с блестками. Вообще таких наборов бывает очень много. Производитель «Луч» стоит 77 рублей. В каждом наборе по 5 тюбиков. И сейчас покажу вам все комбинации цветов, которые представлены в нашем магазине. Набор декоративных клейких скотчев. Причем эти скотчи разной ширины. Наборы стоят по 55 рублей и прекрасно подойдут для оформления ежедневников. Мягкие пеналы. С одной стороны, этот пенал изготовлен из искусственного меха, а с передней стороны на прозрачном основании прозрачное окошко, которое заполнено глиттером, блестками. И посмотрите, как это все красиво переливается. Цена 99 рублей. Большой выбор различных снежкоболов и карнавальных костюмов. А еще пополнился ассортимент больших раскрасок. Стоят они, кажется, 55 рублей. Если не права, можете смело меня поправить в комментариях. И вот такие варианты есть в магазине. Новые книги из серии детской литературы, стоят они 149 рублей, в твердом переплете с глянцевыми листами, посмотрите, как они красиво оформлены, и вот в перчатках совершенно не удается по-нормальному перелистывать страницы. Среди декоративных фигурок, которые я вам показывала вчера, кстати, если видео не видели, можете посмотреть, я еще нашла милые улитки, цена такая же 199 рублей. Те самые декоративные лошадки из цирковой серии, которые многим уже полюбились, и многие зрители в комментариях писали, что успели их купить. Стоят они 199 рублей. Материал полирезина. В большом количестве привезли новогоднюю мишуру, и много ее разной, от 50 до 77 рублей. А также до сих пор есть в продаже гирлянды длиной 4 метра 20 сантиметров. Они питаются от сети. Есть два варианта свечения. Это разноцветные и с теплым цветом. А также новая электрическая гирлянда. Она также питается от сети. Серия называется «Иголочки». И лампочки у них действительно такие игольчатые, продолговатые. Цена 199 рублей. На каждой гирлянде по 50 ламп. Красивые новогодние ободки за 77 рублей. Мило смотрятся ободки с рожками и с ушками. Посмотрите, еще они дополнительно украшенными цветами астролиста. А также есть ободок с елочкой. Новая серия коллекционных машинок, и тут разнообразие просто очень и очень большое. Это ретро-серия, машинки изготовлены из металла и пластика. Сейчас я вам покажу все варианты, которые есть в магазине. Может, вы присмотрите себе что-то интересное и своим сыночкам. Новый подарочный набор от целебных трав. Этот набор включает в себя два крема для рук и стоит он 77 рублей. Оформлен вполне прилично и смотрится неплохо. По составу тут мы имеем крем для рук целебные травы защитный, а также целебные травы экстра помощь.
посмотрите обновленная серия крем-масла для тела. Это серия Butter Body от фирмы On Care. Раньше мы с вами примерно год назад пробовали с маслами ореха макадамия, с маслом ши, а сейчас, посмотрите, появилось смягчающее масло с камелией. И еще один такой вариант баттера с авокадо. Консистенция очень густая, и по опыту предыдущего использования хочу сказать, что смягчает просто прекрасно. Цена 99 рублей. Планшет-балансир – это новая вариация игрушки. Раньше такие игрушки продавались в фикс-прайсе. Пластиковое основание, 10 двухсторонних разноцветных карточек, ну а также несколько цветных шариков. Карточки меняются, и шарики нужно загнать в соответствующие лунки. Вы посмотрите на эту милоту. Новые пупсы. Конечно, кто-то может сказать, что мордашки у них не совсем симпатичные, но я считаю, что вполне неплохо. Цены не было, но думаю, цена 199 рублей. Вся фишка тут, конечно, в костюмчиках. Это своеобразные кигуруми. Они не снимаются, но единственное, можно попробовать снять капюшончик. Посмотрите, милые оленята, жирафики и утята смотрятся очень-очень здорово. Среди светодиодных светильников это коллекция со звездочками и слониками, очень милая и интересная, а также есть коллекция с мишками и с кактусами. Новая трикотажная тонкая женская шапочка. Конечно, на мороз она, возможно, будет и прохладненькая, но вот на такую погоду, которая стоит сейчас за окном, вполне подойдет. Среди тапочек хочется отметить новую серию. Посмотрите, в большом количестве привезли мужские домашние тапки, только что выложили из коробки. Тапки очень хорошего качества, у них толстая подошва, и знаете, они сами по себе такие увесистые. Цена 199 рублей. Мужские тапки с закрытым носиком, а женские тапочки с открытыми пальчиками. В фикс-прайсе большой выбор различных носочков, среди них я нашла новый вариант, это уже, правда, новогодняя серия. Новые варежки за 199 рублей, разных расцветок, очень теплые, руке действительно комфортно находиться внутри. Есть, конечно, вот как новая вот эта коллекция, а также есть варежки и прошлогодние, но они все равно ничем не хуже новых. Складная картонная коробка с крышкой за 77 рублей. Ну, по функционалу мы с вами ее прекрасно знаем. Единственное, что появилось две новых расцветки. Это вот такая своеобразная чешуя и коробка зеленого цвета. Тоже смотрится вполне неплохо. Зеленый зигзаг. Среди посуды новинки это, конечно же, продолговатое блюдо в виде рыбки, цена 199 рублей, это опаловое стекло с золотистой каемочкой, и посмотрите, как красиво оформлена лицевая часть этой тарелки, даже имеются своеобразные жабры, ротик и глазик рыбки. Металлические щипчики для рафинада. Вообще посуды и контейнеров на полочках очень и очень много, но все мы с вами их уже обсуждали, поэтому сейчас я вам покажу все в общем плане. Зато предыдущие обзоры можете смело смотреть, если не успели с ними ознакомиться. Интересная новинка – это оливковое масло в больших литровых бутылях. Стоит 199 рублей. Этого производителя я никогда раньше не видела. Он называется «Он Ботаника», но, знаете, по своим характеристикам вызывает доверие. Давайте немножко пробежимся по сладостям. Тут я нашла несколько видов новых конфет. Это, например, конфеты «Коровка». Также вкусные конфеты, они а-ля грильяж, только меньшего размера. В составе есть орехи и подсолнечник, и называются они гризл.
Впервые увидела вот такие конфеты мини Твикс с соленой карамелью, да и вообще Твикс и такого плана из этой серии я вижу впервые. Если пробовали, пожалуйста, напишите, вкусно или нет. Новые кухонные льняные полотенца. Размер 50 на 60 сантиметров. В основном это бордовые расцветки, но слегка варьируется оттенок. А еще квадратные подушки на табуреты. Они очень легкие, но в то же время очень мягкие. Размеры 40 на 40 сантиметров. Расцветка была только одна. С обратной стороны имеются точечки прорезиненные, чтобы ничего не скользило. Ну и фиксируются они при помощи двух завязок. Все стандартно. А тут я прям очень сильно удивилась, когда увидела новые сменные блоки от фирмы Доместос. Посмотрите, в каком красивом золотом оттенке оформлен сам держатель. И написано, что это делюксовая версия. Супер чистота, ультра блеск. Взяла на пробу, протестирую и потом вам обязательно расскажу. Друзья, ну что, и вчера я вам показывала в видеообзоре новинок с фикс-прайса шампанское, а-ля такой напиток под шампанское. Купила я его, попробовала, и знаете, нет, все-таки я вам советовать его не буду. На настоящее шампанское не сильно похоже. Хочу отметить, что у него сильное газообразование, долго вот он пузырит этот напиток, ну и по вкусу чувствуется, что да, более он такой химический. Что касаемо подсвечников, заходила я на AliExpress, пыталась найти такие доломитовые, но среди всего разнообразия было очень тяжело найти что-то похожее. Доломитовые, но узкие подсвечники для узких свечей я находила по цене примерно 390 рублей и плюс доставка. Вот такой формы я видела, очень красивые, но металлические подсвечники. Если вы что-то хотите, можно даже, например, взять баллончик с краской и покрасить, и будет смотреться очень стильно. Поэтому, если вы любите подсвечники, любите такие декоративные элементы, то, конечно, в этом плане фикс-прайс выигрывает по сравнению с другими магазинами. Штампы для печенья я пока еще не успела протестировать и не могу ничего сказать, хорошие они или плохие, но нашла подобный набор на 4 штампа на Алиэкспрессе за 367 рублей, кажется, вот не помню, была ли платная доставка или нет, поэтому да, 199 рублей не так обидно и всегда под рукой в фикс-прайсе, поэтому надеюсь, что при тестировании останусь довольна. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих товаров. Может, что-то уже успели опробовать и у вас сложилось свое собственное мнение. Ну а мы увидимся с вами вечером.